Максимальный регламентный срок службы лифта – 25 лет. После он подлежит ремонту или замене на новый, иначе пользоваться подъемником становится опасно. В этом году 47 домов округа попали в региональную программу капремонта общедомового имущества. Уже 49 лифтов в работе, всего заменят 147 единиц. Лариса Гладких живет в 17-м доме на Можайском шоссе уже 16 лет. Говорит, за это время такой масштабный ремонт здесь проводится впервые. У нас менялись лифтовые кабины, но полностью замена лифтов еще не производилось. Поэтому, конечно, огромное спасибо за это. Хочу поблагодарить главу нашего Одинцовского городского округа. С его помощью фонд капитального ремонта у нас работает, выполняет свои функции по назначению. Сейчас в доме идет замена грузового лифта, следом отремонтируют и пассажирский. Оплата работ производится за счет средств фонда капитального ремонта. Общий объем финансирования более 7 миллионов рублей. Завершить работы планируется к концу этого года. Контроль за их ходом ведет депутатская комиссия. Сделано, наверное, 30% от общих работ. Разобраны старые конструкции. Проводится диагностика оборудования, которое останется в работе. И, соответственно, уже привезли новые лифты и будут их скоро монтировать. Дмитрий Голубков отметил, что очередной осмотр лифтов проведут уже после их установки и запуска в работу. Депутат также осмотрел ремонт подъездов в домах по улице Молодежной и маршала Жукова, выполненный по губернаторской программе. В первом случае провели косметический ремонт и заменили почтовые ящики. Во втором отремонтировали входную группу, ступеньки заменили напольную плитку. Впереди еще покрасочные работы. Есть дома, которые ремонтируются по губернаторской программе, которые вот мы были, вы увидели. Есть, делается за счет содержания ремонт жилого. Делает управляющая компания. По просьбе людей, кто просит косметический ремонт, кто там ремонт ступенек, кому замена почтовых ящиков, у кого какие желания. Вот по этим желаниям управляющие компании работают. В рамках программы «Мой подъезд» в этом году планируется отремонтировать 50 подъездов более чем в 20 домах Одинцова с участием средств городского и областного бюджетов на сумму более 2 миллионов рублей. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».